Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханака Арасаки. Thank you.
«Внимание!» — говорит Курт Хансен. «Представители мусорщиков приедут с деловым визитом во вторник. На случай, если наши балканские друзья будут не в духе, все должны разойтись по домам до 6. Жалюзи опустить, камеры выключить. Скоро будет еще одно объявление». Заходите к Ронни. Здоровье прежде всего. Лучшие стимуляторы у Рональда. Капитан Каленти, похоже, он пошел ко дну с этим кораблем. Теперь у кого-то тут склад. Так, что у нас тут? Блять. Лучшие цены в Доктауне. Товар сертифицирован. Стимуляторы у Рональда. Покупайте свежеукраденные щепки. У Рональда. Внимание всем жителям. Курт Хансен. Доктаун проникли вражеские агенты. Шпионы и пропагандисты НСШ уже среди вас.
Его бы в музей. Не уверен, что он вообще работает. Возьми уже трубку. Если что, мне двойной чизбургер. Меня кто-нибудь слышит? Алло. Все прогнило, наверное. Или ты перепутал номер? Ну и что нам теперь делать? Кто это? Называй меня Ви. Эндрю Джексон Стрит. Баскетбольная площадка. В дневное время. Не особо он разговорчивый, наш секретный агент. Может, предпочитает сообщение, как и я. Лучшие цены в Доктауне. Товар смотрите, сертифицирован. Увидите что-то подозрительное? Сообщайте. Он сказал приходить в дневное время. Сейчас мы тут дождемся разве что шальной пули. У нас лучшие места. Это будет историческая игра. Ты любишь баскетбол? Я не знал. Ты в курсе, у нас о чем я? Обшивки стену на кухне пробила. Начинается еще одна игра. Никого и твоя голова в ней. Мяч. Нет, мой парень даже обрадовался. Он всегда говорил, ты что там слишком темно. Назревает что-то нехорошее. Назревает ёбаный шторм. Не смотри, что небо пока ясное. Ты впервые выходишь на площадку, на которой остальные игроки провели годы. Они опытные комбинаторы. Притворяются твоими друзьями, а сами нахую тебя вертели. Если они тебя переиграют, мало не покажется. Просто признай, что ты не доверяешь Майерс. Они все одинаковые. Политики? Хуже. Военные. Когда говоришь командованию «нет», ты все равно, что сам кладешь голову на плаху. Оно не жалеет тех, кто бежит. Уж поверь дезертиру. Без обид, но может просто помолчим. Посмотрим игру, отдохнем немного. Само собой. Можно еще взять хот-дог и пиво, если на то пошло. Нам же ни о чем беспокоиться. Было бы круто. Ладно, если ты настаиваешь. Может, и другого шанса не будет. Не поворачивайся. Смотри на площадку. Ох. Покажи, что в руках. Хотелось бы знать, с кем это я говорю. Это уже не актуально. Ты знаешь, кто я? Показывай, что в руках. Джонни, кто сидит у меня за спиной? Вообще не ебу. Я вижу только то, что видишь ты. У тебя что-то в руках. Покажи мне. Просто монета. Знаешь, откуда она? Но мне нужны доказательства.
Ты посмотри, какой осторожный. Кто тебя прислал? Я тебя не знаю и на тебя не работаю. Хочешь устроить мне допрос? Пиздуй. Допрос? Мы просто разговариваем. Не провоцируй его, Ви. Спрашиваю еще раз, кто тебя прислал. Розалин. Не знаю ни одной Розалин. И ты, кстати, тоже. Ви, ты говоришь со шпионом. С ней все хорошо. Когда я уходил, все было нормально. Надеюсь, ничего не поменялось. Вот как? Вот как. За тобой шли. Ты хотя бы смотрел вокруг. Я не думал, что за мной могут следить. Ну, спасибо уже за то, что решил не врать. Хорошо. Черный Тортон Мэри Мак на улице. Через 3 минуты на переднем сиденье. Лучше уйти поодиночке, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Ты первый. Боишься, что вас примут за парочку? Рид. Скользкий сукин сын. Какой же странный чувак. А мне он нравится, пойдем. Ты видел чувака, с которым я только что говорил? Ага, крепкий такой. В таком плаще, как будто он собрался в парке детей пугать. Вы либо заткнитесь, либо валите. Если поставить себе нормальные ноги, 3-очковый забросить вообще не сложно. Надо все правила пересмотреть. Черный Тортон. Пока мы здесь. Извини за меры предосторожности. Я предпочитаю не рисковать. Иногда безопаснее воткнуть человеку ствол Малориана между ребер, даже если он с тобой заодно. Ничего личного. Надеюсь, ты не злишься. Я бы начал по-другому, но тоже рад познакомиться. Люди нашей профессии слышат это нечасто. Ты не из наших, Ви. Это видно. И чем я себя выдал? Ты сел в машину к незнакомцу. Повезло, что я оказался тем, кем ты меня считаешь. Я нашел досье, которое ФРУ собрало на тебя. Интересная биография. Наемник из Хейвуда, выполнявший заказы в Найт-Сити. И по удивительной случайности вчерашним вечером завербованный ФРУ. Только одно мне объясни, зачем ты решил ввязаться в это безумие? Меня наняла Сойка. Знаешь ее? Сом... Что-то не так? Мы работали вместе. Я думал, что больше о ней не услышу, но она всегда притягивала неприятности. Ясно. Пора навестить нашу общую знакомую. Скажи адрес. Знаешь, мне кажется, ты будешь не в восторге. Посмотрим. Заброшенный дом на Элизабет Крест-стрит. Я действительно не в восторге. Ты оставил ее одну в Догтауне. Майерс – взрослая женщина, которая может постоять за себя. Я видел ее в деле. Это не первое покушение на ее жизнь. Она по натуре боец, но... Она в первую очередь президент. Погоди, мне надо ответить.
Ты же помнишь, что я взял отгул? Не знаю, ты у нас менеджер. Попроси Боба, я в прошлый раз его подменял. Ничем не могу помочь. Разрули как-нибудь без меня. Начальник, я работаю в клубе, пускаю людей, выгоняю людей. У нас гости. Готовься к бою. Это люди Хансена. Ну, понеслась. Не хватало. Взял дробовик. И надо что-то делать. Вот тебе. Им конец. Прикрываем рак. Это твоя последняя ошибка. Обещаю, будет больно. Сейчас повисели. Мы загнали их в угол. Да что? Патронов нет, перезаряжаю пушку. Давай! Эй, зайди, перезаряжаю. Ехали за тобой. Это значит, что им известно, где Майерс. Может, поймали меня на камеры в метро? Мы старались не светиться на улицах. Идея хорошая, реализация плохая. Будем надеяться, что мы не опоздали. Опередили. Потрясающе. Не отходи от меня.
Люди Хансена. Видимо, ты все-таки оставил следы. Нужно от них избавиться. Может, еще не все потеряно. Сучара! Осталось недолго. Есть еще кто-то из них? Нет, я думаю, больше нет. Они появились из ниоткуда. Если придут еще, сразу прячьтесь, ясно? Мы сами разберемся. Идем, Ви. Я не думал, что так будет. Ага, скажи это Фрэнку, дебил! Что-то в этом мире не меняется. Что? Куда бы она ни пошла, везде умирают люди. Блин. Мой косяк. Надо было стереть записи с камер. Никто не застрахован от ошибки. Надеюсь, мы ее исправим. Если бы ее попытались увести силой, весь этаж лежал бы в руинах. Не верю, что она сдалась без боя. Ты первый. Открывайте. Это я. Вот как ты меня встречаешь? Ох. Простите, Розалинд. Как у вас дела? Хорошо. Рада, что у тебя тоже. Вы не забыли мой номер? Некоторые номера не забываются. Будем честны, Розалинд. Мне бы никто никогда не позвонил. Я оказалась в Найт-Сити, где за мою голову объявили награду. Мне показалось, это хорошая возможность вспомнить о своем старом друге. Я бы пригласил вас на чашку кофе, но время поджимает. Мне нужно организовать вам перелет в Вашингтон. Нет, Рид. Сначала нужно поговорить. Нам троим. Сюда. Заходит как-то в овальный кабинет президент, наемник. Вопрос только, что я делаю в этом анекдоте. Ты смотрел новости? Хансен хорошо умеет вешать лапшу на уши. Он действует не вполне самостоятельно. Его направляет кто-то из наших. Есть догадки, кто может работать с Хансеном? У Розалинд больше врагов, чем ты себе представляешь. Это еще не все, Рид. Я летела не одна. Да, с вами была Соми.
Где она сейчас? Ви был последним, с кем она говорила. Скорее всего, у боевого робота, которого она ломала, был слишком толстый лед. Возможно, она попала в какую-то ловушку, но сложно сказать наверняка. К сожалению, нам нужны факты, а не предположения. Рид, я думаю, ты понимаешь, что это значит для национальной безопасности нашей страны. К тому же она твоя протеже. Ты завербовал ее и научил всему, что знаешь. У нее с Ви особая связь. Это пока единственное, что может к ней привести. Вам двоим нужно найти ее. Вместе. Я один раз умер по вашему приказу. Мне хватило. Умер? Что это значит? Что Майерс рассказала тебе обо мне? Что ты был главой местных резидентов, но бездействовал с конца войны. Она не упомянула, что Арасака пыталась меня убрать. Что я попал в реанимацию с тремя пулевыми ранениями. Что я сам дошел до туалета только спустя 6 месяцев. Может, она забыла? Ну что ж, всегда рад напомнить. Я правильно понял. Вы оставили Рида в Найт-Сити, где его едва не убили, а теперь рассчитываете, что он вам поможет? Простите, госпожа президент, но вы у него и так в долгу. Верно. Прости меня, Рид, за эти 7 лет. Теперь мы можем начать все сначала? Я вам помогу. Но только из уважения к Соме. И своей стране, как бы наивно это ни звучало. А насчет тебя, Ви, в машине ты сказал, что тебя наняла Сойка. Не знаю, сколько она обещала заплатить, но ты подумай, стоит ли оно того. Только Сойка знает, как меня спасти. У меня в голове арасаковский биочип, который разъедает мне мозг. Что ж, все карты раскрыты, Ви. Думаю, мы можем помочь друг другу. Полностью согласен с тобой, Рид. Чтобы найти Соми, придется провести полевую работу. Заглянуть под каждый камень. Нам нужны информаторы, которые не любят упускать выгоду и не боятся открыть рот. Их доверие надо заслужить. Без проблем. Я умею быть убедительным, когда надо. Только не переусердствуй. Нам пока лучше вести себя тихо. Я организую для Майерс безопасный перелет в Вашингтон. А потом сразу тебе позвоню. Спасибо тебе за все. Удачи вам. Не попадитесь этим недоумком. Ты тоже, Ви. Надеюсь, еще встретимся в более приятной обстановке. Ну ладно. Мне надо кое-кому позвонить. Это я. Нужно такси. 2 человека. Дальняя поездка. Нет, в этот раз документы не нужны. Да, в Доктаун. На набережной, где обычно. Спасибо.
всем жителям. Это Курт Хансен. В Доктаун проникли вражеские агенты. Шпионы и пропагандисты НСША уже среди... Смотрите в оба. Увидите что-то подозрительное? Сообщайте. Привет. Я вернулся. Как обстановка? Как там наш особый груз? Все нормально? Отправлен. По морю, потом по воздуху. На гражданских судах. До места назначения добрался быстро и благополучно. Как дела здесь? У меня? Да вроде без изменений. Значит, пора начинать работу. Надо найти нашу пропавшую подругу. Нам нужен еще один агент. Алекс — моя бывшая подчиненная. Она тоже в Доктауне под прикрытием. Она нам поможет. Хорошо. Есть ее адрес? Береговые трущобы. Бар под названием «Мотылек». После заката. Ясно. И смотри, чтобы в этот раз хвоста не было. Внимание! Говорит Курт Хансен. Хорошие новости, доктор. Мадам президент благополучно вернулась в Вашингтон. Я человек не азартный, но поставил бы на то, что она... Ни хрена себе! А я еще сомневался, что это тебя мне дроны показывают. Вот так совпадение. Эль Капитан, ты следишь за мной в Доктауне? Если все-таки... Да не за тобой, за авто. Я все объясню, только доставь мне его сначала. Высылаю координаты. We'll be right back.
calculations have determined that you are listening to 103. Разозлил. Thank you.
Это говно они называют системой зажигания. Это ж куча металлолома. Это не автомобиль, а наказание. Опять что-то наебнулось. Вроде такой красавец, а толку ноль. Слава богу, с тобой все наоборот. Ничего, ничего, я шучу. Залезай, чё стоишь, как хуй на свадьбе. Это ворованное авто? Ворованное? Ви, ты ранишь мне душу. Говори прямо, что за аферу ты затеял с этими машинами. Не любишь тянуть резину? Я тоже. Во-первых, ты сам видишь, что стало с машиной. Больше царапин. Во-вторых, я их продаю. В-третьих, Доктаун полон возможностей, а я не люблю упускать возможности. В-четвертых, это не афера, а творческая деятельность. Расскажи, откуда на моем пути взялись эти препятствия? Ты про шестую улицу? Мы с ними не сошлись кое в чем. У меня такое постоянно случается, так что привыкай. Если что, электроника у Мидзутани Сион обычно сбоит из-за проблем с бортовым компьютером. Я могу посмотреть, если хочешь. Так. Притормози, пожалуйста. Есть вещи, в которых я не готов идти на компромисс. Это одежда, прическа и машины. Я сам разберусь. Спасибо. Я люблю, когда вещи называют своими именами. Хватит ходить вокруг да около. Ладно. Нам главное заработать деньги, а не понравиться друг другу. Итак, у меня есть дар. Шестое чувство. Я могу определить, когда машина устала от своего владельца. Иногда я слышу зов о помощи из Найт-Сити, иногда ты из Доктауна. Ага. И твое шестое чувство хочет, чтобы я пригонял эти авто на твою барахолку. Это не барахолка, но да. Доставляешь тачки, позагребаешь деньги. Само собой, это все часть большого плана. А, за тобой был хвост. Да вряд ли. Мы так или иначе на моей территории. Посмотрим, что им надо. Полиция, суки! Покажите лицензию на свои кривые рожи! Ну охуеть теперь. Копы умеют делать вид, что ничего не происходит. Надеюсь, ты тоже. Ишь, какой борзый. Правильно их натаскиваешь. Дэниелс, ты прикатил за угнанной тачкой на патрульной машине? В форме? Не только ты тут на своей территории, Муамар. Достань мне еще Вильфор Альварадо для начальника, и я организую нам оборудование для дела. Постой, эль-капитан дает вам взятки? Поверить не могу. Неужели в этом городе не осталось честных копов? Они просто не выделяются. Нет у них, так сказать, огня в глазах. Супер, перевод получил. Отправляю документы на машину. Ничего личного, просто бизнес. Пойдем, дождь кончился. Вот ты познакомился с одним из заказчиков. Готов работать?
Для какого дела Дэниелс ищет тебе оборудование? Расскажу, если поработаешь со мной на этом заказе. Ты ж поработаешь? Я и так все время куда-то еду. Могу и подзаработать по пути. Надеюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Эль-Капитан оправдает все твои надежды. У меня полно заказов, и плачу я очень неплохо. Тебе понравится. Надеюсь. Вот и проверим. У нас с тобой все только начинается. Эль-Капитан будет на связи.
Курсанта. Если вы слышите это, то вы обратились по адресу. Бандитские войны, NCPD. Не в Доктауне. Налоги, кому они нахрен нужны? В Доктауне я обеспечиваю безопасность до тех пор, пока вы соблюдаете мои правила. Тебе кажется, что это справедливо? Я так и думал. На этом все. Я 3 кило набрала с тех пор, как мы переехали из Уотсона. А помнишь, по-моему?